Боже, милостив будь ко мне грешному. Ты создал меня, Господи, Ты и помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешника. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока. Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувим, и несравненно славнейшего, нежели Серафимы. Безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, силой честного же творящего креста и святого ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй и прости меня грешного. Потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святые, посети, исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должнику нашему всякому. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Восстав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой, просвети сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя благодарным сердцем, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите. Поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу Царю и Богу нашему.
Читай. Воскресшие упали все народы, воскликните Богу глазу в радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всей землей, покорил нам народы и всегда под ноги наши, избрал нам наследие наше патриархова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицании, Господь избудет Богу. Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте. Ибо Бог царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарил над народами, Бог посел на святом престоле своем. Князья народу собрались к народу, Бога Авраамова, ибо щитит руки Божию, Он превознесен над ними. Велик Господь и всепален во граде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли горать Его. На северной стороне ее город великого царя, Бог живущих его бедом под заступник, ибо вот сошли цари и прошли все мимо. Видели и изумились, смутились и обратились в детство. Страх объял их там и мука по окружающим родах. Восточным ветром ты сокрушил хорсей все корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуется чери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать предыдущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки веки. Он будет вождем наш до самой смерти. Слушайте себе, все народы, внимайте всему сердцу живущего в всей земле, и простые, и знатные, богатые, равно как бедные, уста мои извлекут премудрость и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо с моей притчи, наблюдя под твою загадку мою. Для чего бояться мне в одни бедствия, когда беззаконие путей моих покружит меня, надеющийся на силы свои и хвалящийся множество богатства своего? Человек никак не искупит брата своего, не даст Богу выкупа за него, дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не видел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, ибо бессмысленные погибают и оставляют имущество за других. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их род и род, и земли свои они называют своими именами, но человек в пути не прибудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат из преисподнюю, смерть будет прости их, и наука править его сладычных изотнений, сила их истощится, могила плеща их. Но Бог исправит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо умирая не возьмет ничего, и не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он уважает душу свою, и прославляю тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который чистит и разумен, подобен животным, которые погибают. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
читай. Так после сна я в полночь приношу тебе папе песни, и припадая к стопам твоим, восклицая тебе, не дай мне уснуть в образ смерти. Сужайся надо мной добровольно распявшихся, скоро подними меня беспечно лежащими и спаси меня, стоящий пред тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясные деньги, грешности, все кожи, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к тебе, и по милосердию твоему принимаюсь за угодные тебе дела. Я молюсь тебе, помоги мне всегда и во всем. Избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения, и спаси меня, и веди в царство твое вечное, ибо ты мой творец и источник и податель всякого блага. На тебя вся моя надежда, и я возношу тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, ты по многой твоей благости, по великому милосердию твоему, дал мне рабу твоему, малютное время этой ночи провести мне на пасти, и я читал зла вражеского, ты сам, владыка, творец всех сущего, удостой меня истинным своим светом, и со священным сердцем исполнять свою волю. Ныне Христа и во веки вечные. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придет со славой воздать каждому по делам Его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радость, и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, подставный близки мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешную, не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбила тело. И если я чем-то грешила прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем, соделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего. Беспечность, уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь.
Молите Бога на святые Божьи угодники Сергей, Елена, Ольга, Марина. Галина. Ибо мы усердно к нам прибегаем скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, и благослови наследие твое, победа на врагов, даруя православным христианам, и крестом твоим сохраняя твой народ. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних наших и друзей, всех православных христиан. Подай им твои земные и небесные блага, не лиши их милости твоих. Посети их, укрепи силы твою, даруй им здравие, спасение души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Помяни, Господи, от жизни предошедших патриархов, митрополитов, архиепископов и епископов православных, послуживших тебе священцы и притчи церковным монашеском чине и вечным твоим селением со степенью покой. Помяни, Господи, души усопших рабов твоих, родителей моих Николая и Надежды, но представленной Валентины, Сергея, Константина, Валентины, Виктора, Анастасии и всех моих родных, и всех православных христиан, присутствующих. И прости всем согрешения, вольные и невольные, даруй царство, причастие, вечный твой глаз, наслаждение твоей бесконечной и блаженной жизни. Воистину достойно прославлять тебя, как Богородицу всегда блаженную, и пренепорочную Матерь Бога нашего, мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слова, достойную большей почести, чем Херувимы, несравненно славнейшего, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже, наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту, вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, и успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном, и же творящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли на них Духа премудрости, разума и благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро разумели и усвоили изучаемые им предметы, и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносим ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова. Алло, Отче. Услыши молитву нашу, помилуй и прости меня грешного. Тайное явное в уме помышления, во дни и в ночи. Во все дни жизни мои, великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я подал, ими, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе! Это помощь Духа Твоего Святого, молитва святых. Хвала Тебе! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за день, в который даровал мне веру Твою святую, страх Божий, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, в который дал мне Твою святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Ты святая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божья, благодарю Тебя, покоем опором любви Твоей, когда ты печали всех обстоятельствах, Ты помогала мне, спасала от позора, поношения, отправления от сучи Твоей смены. Хвала Господу Богу нашему за ходатайство Девы Марии, за род человеческий, дивная заступница наша, Дева Мария, благодарим Тебя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, что столько лет Ты защищал меня от видимых врагов и невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни. И в транспорте, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел. Благодарю Тебя, ангел, что сохранил на работе меня моей. И в смертный час не покинь, когда душа моя будет разлучаться от тела. На мытарствах проведи душу мою, веди ее навеки в вечное Царствие Небесное. Иоанн Креститель, Святичество Слух, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи наших бедности, быть благочестивым, довольным, удовольствием с пропитанием, одеждой. И никогда не растать, никому не завидовать, быть во всем экономным, довольствовать и малым. И искать прежде всего Царство Божие и правду Его, и не бояться начальствующих и правительств и грозных. Не участвовать в бесплодных делах с ним, но и обличать, и устоять в верности Богу. Каждому добровольно Господь живем. Святитель Христов Никола Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу, скорый помощник в деле. Благодарю Тебя, ибо Ты слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный. Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Святые пророки Илия, Елисей, Енос, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Вам, Иезекииль, Осия, Иоэль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и Мудрости, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию, за единых пророков, которые движены Духом Святым, извлекли, записали, и сохранили эти слова для нас.
исполни Духом Твоим святую церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия, и за самыми спящими, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными еды добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божие предстоящие, молить Бога. Святые всехвальные апостолы, первореховные Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, Дмитрия, Владимира, Дональда, ангелы Меркель. Да продлится еще мир, дай нам еще священника, место для занятий. Подели нашу участь, как тебе угодно. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Святые мученики, мученицы, знати богоносцы, поликарм смерти, юмисел пилота, как найда Милан, Андрей Стратилат, Ирон мученик, Климент Римский, Климент Анфирский, Анфимник Амедийский, Георгий Победонос, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святой царство семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Гнев, молите Бога о нас. Господи, святые сердца наши слове Твоем, чтобы и мамы и дети верили истинно в Тебя, в гонениях, в искушениях, и допустили принятие антихристовых начертаний на чело и на правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний, Феодосий, Корнилий Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Священное Писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Дай нам любовь к Святой Библии. Коснись сердец патриархов, митрополитов, епископов, священников, диаконов, всех, кто является служителями Твоими, и всего народа Твоего, всех молящихся Тебе, Господи, Боже наш. Даруй всем духовное рождение свыше, водительство Духом Твоим святым. Научи нас заботиться о стяжании Духа Твоего святого. Святые жены и девы, Сёкла, Первомучица, Сафтина, Соболенина, Филгония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь София, Наталья Андреевна, Варвара, Перспектуя, Татьяна, Екатерина, Елена, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Святила Акила, Андроника Юния, Кипиана Мистина, молите Бога о нас. Господи, посети и исцели болящих и немощных, Валерия, Игоря, Игнатия, даруй окончательного исцеления. Всех болящих и немощных тепло движется, когда снимут сообщество, единство советской православной церкви. Даруй, Господи, девам и женам, послушание, молчание, целомудрие, исцепливость, сохрани от всяческих поруганий, нападений и добрых людей. Хвала тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, милости будем мне грешны. Составь меня, Господи, помилуй меня. Пресчислая это грешила тебе, Господи, прости меня грешную и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе до неба и земли. Господи, услыши и исполни молитву
всех молящихся о нас возлагано. Господи, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, слушай, да слышат рабы Твои. Аминь. Аминь. Доброе утро. Доброе утро.